Всем здравствуйте! Вы на канале Дача Удача, и сегодня продолжение вскрытия пакета с семенами, которые вот у меня приходили, которые я заказывала в 2020 году и ждала специально момента, чтобы вскрыть ее вместе с вами. В первой части мы вот эти семена посмотрели. Теперь открываем вторую часть. Здесь получается у нас как новинки, так и понравившиеся уже семена, сорта и разные производители. Здесь получается перец сладкий гасконец, производитель А-Элита. Это у них новинка, и поэтому я решила его заказать на пробу. Следующий восточный деликатес, семена агрофирмы Поиск. Заказала я его чисто для того, чтобы вырастить оранжевые перчики вот такой вот формы на пробу. Оранжевый бочонок, сладкий перец. И здесь у него толщина стенки 5,8, 6,2 миллиметра. Обещает быть очень таким толстостенным. Следующее. Агрофирма Семка, капуста, брокколи, Линда. Заказала я ее, потому что она скороспелая. Вот. И также снегурочка цветная от А-Элита. Ее я уже выращивала. Очень хорошая. Вот. Вот такая кукуруза. Белые початки. Тоже от агрофирмы Поиск. И, собственно, для ребятишек вот такую сладкую воздушную кукурузу. 80-85 дней. Ну, в принципе, скороспелая. Следующее. Сладкий перец. Братец Лис. Агрофирма А-Элита. Стенки 8-9 миллиметров. Тоже очень толстостенный, но здесь семян чуть-чуть поменьше. Морковь рубиновая, русский огород. И где-то у меня была здесь морковь. Вот. Шоколадная, но она больше фиолетовая. Раннеспелая, сладкая, с приятным ароматом. Вот такую морковь я уже выращивала, только от другой от другой фирмы. В прошлом году, в 20-м, сажала в две пачки. И, то есть это вот не Седек, а другая тоже была агрофирма. И ни одно семечко не взошло. То есть семена были, скорее всего, просроченные. В этом году будем делать еще раз. Будем ее пробовать сажать. 18-20 сантиметров. Здесь у нас очень полезные вещества, поэтому ее сажать будем обязательно. И еще что хочу сказать про вот эти моркови, то что они очень хорошо хранятся. В холодильнике могут очень долго лежать и не портиться. Вот китайский змей. Те, кто его выращивали, уже, наверное, знаете, что он очень вкусный. Так, малахитовая шкатулка. Многим полюбившаяся. Вот. И еще из помидор. У меня были здесь, я помню, заказывала. Нету ее здесь. Вельможу, я помню, заказывала, но здесь его нету. Так. Капуста цветная, пурпурная, фиолетовая. Мы любим разноцветные капусты, всякие разные. Вот это брокколи Венера, это позднеспелая. У нее очень плотные кочаны, то есть не рыхлые, а вот они прям один к одному. Но они также цветут. Могут перерасти и зацвести. Ну, это она больше позднеспелая. И как бы, я не знаю, мне кажется, у нее нет вероятности. 8-90 дней. Морковь нанская, красная. Обычные семена здесь в гранулах. Очень удобно для посадки в ячейках.
шантане, морковь. Так, огурцы зозуля, очень неприхотливые, растут, да. Растут прям только так. Проблемы. Так, вот еще морковь шантане, бизон сладкий тоже от агрофирмы Гавриш, очень большой, крупный, длиной до 25 сантиметров, обещает быть длинным. Вот. И перец желтый бизон тоже, вот это оба таких больших крупноплотных. Одна фирма. Одна фирма, желтые и красные. Баклажан пятачок, я его не заказывала. Это вот, скорее всего, мне положили его вместо помидор. Забыла, как называется. Ну, в общем, да, заменили. Заменили, ну... Наверняка они решили дать возможность вырастить вот такой вот необычный баклажан. Ну, попробуем. Вот. И сейчас быстренько пролистаю семена, которые мы открывали в первой части, чтобы посмотреть. Перец от Семка сладкий, арьен, романеска, семена вьющейся фасоли длинной до 60 сантиметров. Вигна. Перец Амкар тоже очень крупноплотный. Это Вигна. Новинка от Семко. Высокий перец. Кукуруза сахарная. Огурец зеленый, ой, белый, как китайский змей. Штабс-капитан, это F1. И тыква мускатная. Желтая капля перец. Тыква зимняя сладкая. Вот. Все, что выписано. Запас есть. Ну вот, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.